Я хочу прочитать рассказики. Знаменитые картины. Как бы назвали художники, какие картины они написали, если бы они жили в наше время? Картина Ван Гога. Селфи с перевязанным ухом. Картина Серова. Девочка с пирсингом. Картина Саврасова. Дроны прилетели. Картина Да Винчи. Мадонна с младенцем от Гая Ричи. Картина Малевича. Черный ящик Якубович. Картина Васнецова. Витязь на распутнице. Картина Вермеера. Девушка с жемчужной сережкой на лабутенах и в охренительных штанах. И картина Васнецова. Три богатыря высматривают покемонов. Еще один рассказик из области абсурда. Совершеннейшего. Мы о предметах много разговариваем. А вот что бы о нас могли сказать предметы в нашей квартире, если бы умели говорить? Кресло. В своей жизни я повидала немного, но человека знаю только с хорошей стороны. Пульт от телевизора. Вот обо мне он забывал. В такие минуты я терялся. Носок. Ты это нам с братом расскажи. Авторучка. Этот подлец меня бросил ради какой-то клавочки. Клавиатура, потому что я современный. Аудиомагнитофон. Помогите пенсионеру, дайте что-нибудь пожевать. Швабра. А меня этот подонок склонил к половой жизни. Вы не представляете, какими грязными вещами мне приходилось заниматься. Стиральная машина. Еще как представляю. Носок. Ты на что намекаешь, одноглазая? Трусы. Удивительно, мы работали с ним много лет, но ни разу не видели его в лицо. Зеркало, везет вам. Меня от его морды уже тошнило. Мусорное ведро, а я его любил. Он был таким галантным, каждый день выносил меня на прогулку, нежно держа за ручку. Тапочки, захлопни крышку, вонючка. Этот мерзавец похитил нас, когда мы были еще совсем юными. Полотенце. Меня он тоже украл из турецкого отеля. Чемодан. Да я в тот раз вообще чуть не лопнул. Кухонный нож. А вот нас с братом он постоянно материл. Хлеб. Ну правильно, вы ж тупые. Гвоздь. Остряков он тоже не любил. Мне, например, надавал по шапке и замуровал в стену. Ему еще один стукач помогал. Молоток. Я не стукач. Я главный помощник человека. Изолента. Ой, не могу. Не смеши меня, да, клей момент. Я вас умоляю. Деньги. Что бы вы ни говорили, о нас он любил больше всех. Бутылка водки. Протестую. Вас он просто хотел иметь, а меня любил всем сердцем. Ведь я понимала его внутренний мир, холодильник. Зато мой внутренний мир он ценил больше всего. Кофемолка. Не спорьте, братцы, давайте лучше помолимся.